Всем привет! Вы на канале Еще Один Ход, и мы продолжаем играть в XCOM Chimera Squad. У нас здесь, собственно, сюжетная миссия. Что я случайно ударил микрофон? Сюжетная миссия, и давайте поедем на нее. У нас здесь еще можно улучшить, да, чтобы получить больше разведданных. Собственно, меняем разведданные на разведданные. К сожалению, до третьего не можем улучшить. Ну и давайте начинать. Тут как бы у нас уже все подготовлено. Будет три поля боя, так сказать. Ну и поехали. This recycling center is sympathetic to the progeny. Now, we didn't know how sympathetic until tonight. They're testing prototype psionic tech inside. Так, режим проникновения у нас. Здесь у нас рядом с этим входом меньше агрессивных противников, да? Можно зайти через карту. Последний использовать входом вред будет обездвижен. Но на самом-то деле единственное, кому обездвижение не страшно, это заплатки, да? И верджу в целом можно. Ну давайте так. Да, зайдем сюда. Верт, конечно, ходит последний, не самый хороший вариант, но пойдет. Так, резонанс. Какой-то новый тип противников. Так, тут у нас агрессивный раб. Ну, у нас здесь 4-6, на самом-то деле. 4-6 это неплохо. Ну, возможно, имеет смысл этого раба забрать. Да, чтобы он не стрелял. Сюда. Так, у нас хоть неплохая меткость, как и тут. Я бы на самом деле бы сюда бы плюнул. Это, вероятно, его убьет либо наш боец, либо... Зефир, отлично. Да, их тут всего трое осталось. Так в целом можно играть. Давайте сюда. Две жизни. Можно даже задержание. Отлично, прям хорошо зашли. Давайте подлезем, просто замотаем ее. Или его. У этих сектоидов непонятно. Psionic Hornet's nest. They weren't expecting company.
This is the fifth loading dock I've stormed this week. Этот склад на этой неделе, ну, не знаю, видимо, подрабатывает где-то. Точно это не пятая миссия на неделе. Так, по врагам труднее попасть, ну, замечательно, что я могу сказать. Time to move. Там агрессия у нас, да? Не готов. На самом-то деле одного резонанса неплохо было бы забрать, наверное. Но в целом можно и враба, чтобы гарантированно выключить его. Так, ну там меткость совсем плохая, давайте сюда. Мог бы и попасть, конечно. Неплохо. Ну и тут я однозначно, вопрос лишь в том, в кого. Давайте, наверное, в того раба, чтобы не отвлекаться на него. Урона с пистолета неплохо. Pretend to rise out of its wave. Какое-то поле. Плюс один к пси урону. Может, не надо плюс один плюс к пси урону-то. Ну тут точно, того мы точно забрали. Тут смотрите, как хорошенько мы по двоим попадаем. Ну там затрап умирает. Так. Тут 92, да? Непонятно даже, кого он решит забрать. 76. Ну, давайте так. Ой, ну ладно тебе. Ну, ты серьезно? Ты же мог выстрелить в кого-нибудь другого. Просто дезориентация. Давайте его вырубать. Так, ну давайте подходим сюда, вырубаем служку. Так, ну пока хорошо идем. Да, видимо, резонанс насылает панику, если подходить к нему близко. I like toys.
Well, I like breaking toys. Someone else should grab it. Так, шумом и грохотом никто у них синоксов не будет готов к бою. Ну давайте. Так. Боец будет обездвижен, там плюс один к защите. Ну, это, кстати, неплохо. Это неплохо, я бы так бы и сделал. Go. Там резонанс. Тут, агрессивные ребята. Давайте в резонанс летим. Ну, тут, я так понимаю, выбор небольшой. Да, шансов мало. Так, ну одна слушка будет стрелять, но не смертельно, мне кажется. Бить препятствиями. That looks like a modified Siam. Let's take it off their hands. Так, тут у нас контроль толпы, конечно, подвел нас. Да, очень не скоро он будет. Забыл я, что он еще перезаряжается. Давайте сюда. Подозреваю, тут нужно эвакуироваться. Ну, давайте попробуем. Если я подбегу сюда. Ага, да, эвакуируйте отряд. That was unpleasant. Так, двоечка будет ходить. Там четверочка. Давайте двоечку в стазис. А, она не видит. Только одного. Только одного видит. Этого тоже не видит. Видимо, из-за того, что этот слишком большой такой. Давайте змею поднимем. Вверх. Freezing target. Так, ну и давайте готовность. Может быть, в следующем ходу она побольше увидит.
Так, давайте тут плюем и подходим. Breathe in. I'll make it there. She empowers us. Так, да, еще он будет ходить, но других-то мы не видим. Давайте так, может быть, он выстрелит слегка. Отлично. Шестьдесят семь, и там еще дым. Если наблюдение. Наблюдение нам ничего не дает здесь. Если так. Так, кстати, неплохо. Давай сюда. И заберем не походившую служку. Да, тут будет подкрепление без вариантов. В целом можем пробовать этого оставить, мне кажется. Ну, в целом, один враг, мы, я думаю, вполне уходим. Тут, к сожалению, он не добегает. Просто если будет апперкот, да, это будет неприятно. Ну, давайте попробуем оглушение. Не подействовал. Да, сопротивление, ничего себе. Ну, давайте так. You have my undivided attention. Так. Ну, тут можем, наверное, выходить. Мне кажется. Царапина. И уходим. Давайте дроном жахнем. Electrify.
подкрепление из рабов. Отлично. Ну, сюжетная миссия была не такой уж и тяжелой, как я думал. Давайте продолжать. Так, сбор улик 30 лирий, неплохо. 40 кредитов, 80 разведданных. Очень порядочно, еще и 20. Отлично. We have the progeny on the run, with far fewer places to escape. Так, вы нейтрализовали подпольную исследовательскую лабораторию, испытавшую прототип пси-усилителя. Уничтожили сеть надежных убежищ потомков. Отлично. Что мы можем дальше делать? Доступно повышение. О, мы еще можем... Можем выбрать нового героя. Собственно, Терминатор, Аксиом и Херувим. Это что у нас? Это тоже, скорее всего, ближний бой, да? Плюс-минус щитом защищающий. Может быть, это, кстати, интересная комбо с нашим ближним кулачным боем, да, та бежит вперед, та защищает ее, все довольны. Союзник, что вас на 4 зрения, задать огонь, нацеление легкий ступ, и всего защиты на 20. Нет, может быть, гремлина охранять себя, не приводит к мгновенному окончанию хода. Взломать дверь, свежесть всем бойцам на своей точке проникновения, использование нас задания. Ну, либо грубую силу, да. Мобильность, меткость, меткость у них тоже, конечно, у всех не то чтобы очень. Так, ну я бы, наверное, взял бы Аксиома. Мне кажется, он поинтереснее будет. Что у нас здесь? Ведущий агент, собственно, последнее повышение. Злоплатка позволяет гремлину в указанной точке, чтобы атаковать током, пытаться оглушить всех, кто находится в радиусе поражения. Соответственно, бойцы получают больше урона, используя только раз за здание. Ну, неплохо. Неплохо. Whisper, there's a problem. Axiom, welcome. What's wrong? I noticed someone took the biggest locker. Yep, that was me. I knew you'd get here eventually and grab it, so no one else would. Hmm. Don't worry, I'll move my stuff. Yeah, that's the problem. I already did. Violently. You... didn't you see the note? Yeah, afterward. I'll replace what I can. Так. Ну, теперь, когда у нас есть топовый агент, возможно, имеет смысл отправить его на обучение, чтобы сделать его еще топовым. С другой стороны, у нас есть шрамы. Есть шрамы, и это не очень хорошо. Давайте, наверное, отправим затяжку. Броня вручена лиц. Хорошо, это мы в курсе. Медлительность, снижение отклонения. Мобильность увеличится на 1, отклонение увеличится на 20. Давайте лучше на рефлексы полечим. Непонятно почему, да. Или это так сама подготовка называется, лучше на рефлексы. А лечим мы шрам какой? Непонятно там. Идеальная медлительность. Ну ладно. Так. Еще, я так понимаю, нужно было доработать на пулемет. У нас не хватает денег. Да, я думаю, пора прокачивать аристократа дальше.
Кого мы отправим в сборочный комплекс? Давайте Аксиому, наверное. Новичка, так скажем. Сюда аристократа. Да, и у нас теперь есть, можно улучшить что-то, да, чтобы, например, две подготовки делать, чтобы бойцы были сильнее. Либо специальные операции, тоже как вариант. Но я бы на самом-то деле еще бы поменял бы вот так вот. Да, чтобы прокачать остальных до топового уровня. С заплаткой посмотрим, что будем делать. Но ее способности, конечно, очень сильные. Ее током, когда она и подходит, бьет током, и так бьет током. Еще и ультимативная способность бьет еще в радиусе током. Правда, всего раз за миссию, но не так уж и часто бывают миссии, где сразу три комнаты. Не то нажал. Так, ну тут я разобрался, да? Поехали сюда. But that's impossible without serious automation. They must rely on modified advent tech to pull this off. Locate and confiscate it to disrupt their operations. Так, ну и собственно да, готовимся к следующей миссии. Что у нас здесь? Туши свет, да, и совещание по планированию. Что у нас здесь? Осколочная граната, плазменная граната, неплохо. Что у нас здесь? Шоковая граната и потоковое волокно. Улучшение для брони. Ну, кстати, наверное, имеет смысл пойти сюда. Здесь мы объявим карантин. Вот так вот. А здесь мы даже еще сильнее улучшим. Ну да, я не вижу смысла чего-то ждать. Давайте отправляться. Ожидаем противники 2. У рабов потомков больше здоровья. Единственное что. Да, нужно поснимать все с наших ребят, которые остаются. Так, и сюда. Что у нас здесь? Можем его прицел, да, дать, чтобы помечче он был. Да, и автозаряжание ему нужно с его разгромом там. А, у него нет быстрой руки, да, руки молнии. Ну, тоже ему нужен. Насколько я понимаю, автозаряжание лучше. Угроза со стороны окружающей стороны. Ну да, то, что я и говорил. Угроза с окружающей стороны. Дать ему волокно, чтобы он уклонялся. Ключ карта. На, аптечка, штырил кислотная. Урон 2-3. Урон броня 2. Целям покрывать кислотой все бойцы. Применяется в зоне повышения кислота. Разъедает броню и продолжает носить целям урон в течение нескольких ходов. Ну, типа ядовитая граната, ну логично. Игнорирует броню. Давайте игнорирует броню лучше. Здесь, ну что осталось? Приклад тебе. Клапаны почему нет? Кислотная граната, на аптечка. Ну, на самом-то деле, я бы сюда бы, возможно, дал бы не кислотную. Радиус 3, но, возможно, и кислотная. Да, давайте оставим кислотную, посмотрим, что из этого выйдет. М-м-м.
и, собственно, поехали. Contraband confirmed on site. You're good to go. Так, что у нас здесь? Все воспользуются входом в предпринимательство к защите. Врагам труднее попасть. Плюс 50 к уклонению. Меткость и время проникновения. Так, ну давайте. По врагам труднее попасть. Это ты. Ходишь первое. Поехали. Moving in. Тут еще и резонанс, там кобра, стрелок, солдат. Так. Давайте, наверное, вот сюда зайдем и попробуем контроль толпы сразу. Так, выстрел шилом. А что делать выстрел шилом, я не помню. Бонусы за укрытие игнорируют, да? Здесь у нас, в принципе, немного вариантов. Да что такое, что у них у всех такой обзор странный. Так. Патрим куда? Нет, патрим я тут не попадаю. Но подвоим тоже неплохо. Да, возможно, следовало этих забирать. Так, ну давайте сюда. Отлично. Я так понимаю, у него есть еще два выстрела. Отлично. Да, это сможем подойти и вырубить.
Так. И... Собственно, у нас осталось двое, да? А тут я вообще ничего не вижу, только вот так могу. Ну, давайте. Вот вариантов немного на самом-то деле. Давайте попробуем. Неплохо. Я просто не знаю, куда он побежит, да? Может плохо закончиться этот... Throwing grenade. Так, и... Что у нас тут? Ну, смысла в гранате особо нет. Если стрелять, то всего лишь 41. И нет укрытия, чтобы встать хорошо. Но у него приклад, насколько я помню. Он даже попал. Ну и забираем. Это интересно, почему так? Ну, по идее, она полечится между второй комнатой. Мне так кажется. А, потому что это кислота, а не яд. Да, ну давайте посмотрим, лечится ли он между комнатой. Так, ну и снова же. Никто из охраняющих заход не гасит другого не вызвал к бою, там все часть плюс 25 защиты на этот заход. Давайте так. Заходим тут так, только я хочу, чтобы они первые зашли. Раб нашей жизни. Давайте в подрывника сразу. Ну или вот так тоже, кстати, хорошо. Мы, может быть, заберем его. Давайте так попробуем. Отлично, крит. Мы его, скорее всего, забрали. Target in sight. Secure it and get out. О, тут еще придется и забирать пакет. Thinning the crowd. Should have stayed back.
Ой, никого не забрала, ну что ты. Так. Смотрите, 2-4, вот эти нужно забирать каким-либо образом. Тут 75. Можем кого-то поднять наверх. Давайте Верджа. Вариант. Бы немного. Его можно вообще вручную забрать. Гарантированно. А так есть шанс по двоим попасть. Ну, давайте рискнем. Хорошо. Тут снова только одного видит. Что-то ему вечно не везет. Так, что сегодня меня часто прерывают. Извиняюсь за это, но как бы вот так вот сегодня как-то. Что делать с этими ребятами? 4-5. Можно попробовать безумие, да? Он выстрелит сюда. Вопрос в том, насколько сильно это будет. Не очень понятно. Ну. Мне кажется, что все-таки... Хотя, черт его знает. Как будет лучше. Давайте попробуем. Слишком много жизни у того, я не знаю, это, наверное, не служка, это какой-то адепт, да, кто это, чародей. Ну, прям неплохо, 6 урона. Горжусь. 83, можем светошумовую кинуть. Неуязвим к метальным эффектам. Так, ну вот тут уже все просто, да? Бросаем сюда. Она взорвется до хода чародея. Тут можем кинуть сюда. К сожалению, она в окно не забрасывается, да? Да, никак там по двоим не получится. Тут 100%. Ну, давайте его забрать. Drop the target. Nice and clean. О, его не забрало. Неприятно. They think you an appealing target. Так, ну давайте тут лечение. Break the hostile. Confirm. Transferring. Move, move. Зашифрованные чертежи. Любопытненько.
Ох, повезло. Так. А где эвакуация? Ага, назад нужно бежать. Отсюда еще подкрепление, может быть. Выбор небольшой. Да, давайте тут тоже его подлечим. Отлично. Ну и тут можно боеготовность. Move, давайте двигаемся сюда. Shifting my position. Drop the hostile. Так, чародей готов. Ох, не добегаю, серьезно? А, зато добегаю вот так вот, это прикольно. Да, давайте так и сделаем. Серьезно? А, у тебя свободная перезарядка есть. Это хорошо. We are counting on you. Exterminating. Так, давайте отходим назад. Снова же здесь боеготовность. I will fire if they reposition. Я бы тоже отходил, чтобы мы в следующем ходе смогли выйти. Ну и все, уходим отсюда. Можем кинуть им тут подарочек, если вдруг кто-то решит пострелять. И уходим. Главное, выход туда, но пошла туда. Логика уровня Химера Склад. Непонятно, куда он идет, если нечем стрелять. Так, мы тут даже можем напакостить чуть-чуть. Не то, что я ожидал, но ладно. Так, легко ранен, ранен, ранен. Хорошо. В целом, приемлемая миссия.
Так, снова женщина спасена заложника, 65 денег, 50 разведанных, в целом неплохо. Хорошо, шоковые гранаты, потоковое волокно. You've encountered are from the old Shrike network. City 31 paid them to provide security just after the war. After the formation of 31PD, Shrike was cut loose. By then, they were more of a mercenary outfit than resistance group. Who's in charge? It's not that simple. Shrike operates in a loose cell structure. Each cell determines which jobs they're willing to take. Some help guard the city's food supply. And others are muscle for seriously shady people. So what if we run into more in the field? They should have the sense to avoid a fight with Reclamation. And if they don't, standard rules of engagement. Так, ну снова же про этих 40-путов было. Нам уже раз рассказывали про них. This is the crappiest place I've ever slept. That includes my detention center. Hot meals and a roof over our heads. Better than we had it. Так, сборка завершена, штурмовая взрывчатка. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь кризисы. Rebel goon. Despotic flunky. Ah, young love. Так, поддержите обыск. 45 лирия здесь получим. Ну, заманчиво, конечно. А, здесь можно улучшить. Да, и тут не будет анархии, если мы пойдем сюда, потому что кризис сейчас дает одно очко бунтарства, так скажем. Собиратель, давайте посмотрим. Стрельба на бегу. При создании этого дробовика использовал уменьшение, хотя с таким оружием боец может двигаться быстрее, сильно предупреждение, так и начало из-за дороговизны. Ну, кстати, неплохо. Можно дать... нашему штурмовику, мне кажется. А давайте, почему нет? Почему нет? Так, это где-то вот сюда вот. А, вооружение. Виноват. Одинокий предвестник. При создании... Ага, то же самое описание. Стрельба на бегу, доработанный дробовик, последний урон. Окей. Тут все понятно. Да, кстати, можем покрасить тех, у кого есть эпическое оружие, чтобы понимать. Или даже там больше оранжевого, наверное, да? Так. Сборочный комплекс здесь закончен. Дымовая граната, сушевая граната, обезвреживающая бомба. Улучшенная подготовка. Да, нам нужно что-то, место, куда мы будем отправлять двух агентов. Я бы, наверное, все-таки с подготовки начал. Тренировочный центр, двух агентов. Либо в сборочный комплекс. Но, чтобы быстрее исследовать... Сейчас совершенная броня, да, ну целых 8 дней, это, конечно, неприятно, если мы... Дайте сборочный комплекс, да, и потом ускорим тактическое снаряжение. Лишний порог начали ускоряет работу. Улучшенный сборочный комплекс, ну давайте... Так, незанятые агенты 1. Рынок мы уже глянули. Что у нас на складе? Расширенный доработанный пулемет. Наверное, нужно изучить. Давайте так и сделаем. Для андроидов у нас ничего нету. Дымовая граната. Подрывной заряд. Уже врагов рядом с одной точкой проникновения. Может, есть степень готовности противников. Светошумовая, дымовая. Но мне кажется, это же просто выгоднее выстрелить.
зачастую, чем кинули гранату. Так, незанятые агенты. Ну, давайте поехали. Идем сюда, чтобы не получить кризис. Ну, вернее, анархию. Так, подготовка тут завершена. Да, мы можем, по идее, отправить даже затяжку. Что она может тут сделать? Снижение уровня анархии нам не нужно. Свободные отряды. Мы в целом по разведданным неплохо идем. Во всех районах на один снижает недовольство жителей. Официально сотрудничаешь, покупка на кассуре, ничего не будет стоить, наверное, там написано. Ну, не сказать, что мне это нужно, да? Лучше 60 разведданных взять за 3 хода. А затяжку отправить на обучение. Так, шелтер, давай дальше патрулируй. Угу. Так, вот странно, почему у нас до сих пор нету последнего уровня вот здесь вот. Неужели она так долго валялась в отключке? Сука, операции 16 у нее, да? А тут операции 20. А вот она что. Тут вообще 13, 19. Вот у него, я так понимаю, скоро будет последний уровень. Окей. Так, вот тут у нас, конечно, выбор серьезный. Да, здесь минус 2 недовольства в районе, 40 денег, 55 разведданных. В Судане все кончено, 60 элерия. Что у нас здесь? Ради переговора группы налетчиков пришли нас помочь, чтобы подбить нападение. Угу, тут и деньги, и разведданные. Эпический пулемет. Это, кстати, неплохо. Эпический пулемет неплохо. Я бы взял бы. У нас как бы много кто использует пулеметы. Лишним он точно не будет. Но, скорее всего, точно не это, да? Тут не будет анархии. Даже не знаю, искушает меня пулемет. Давайте, наверное, так и сделаем. Посмотрим, что у нас здесь. Полностью улучшено здесь. Не полностью, но, наверное, нам не нужно это прямо сейчас. Да, у нас среда, то есть пятница еще далеко. Давайте сюда, в растущий гнев. Попробуем захватить пулемет. Так, ну, вроде все ок. Все как обычно. А, у нас там броня кому-то давалась, да? Какая-то необычная. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Потом дает мне смещение, дезориентация и глушение. Ну, такое. Я бы дал бы наоборот, бы вот здесь вот потоковое волокно. А вот здесь вот изолирующие клапаны. Штурмовый предмет. Кстати, у нас нету, да, нескольких штурмовых предметов. Ну и кредитов нет. Ну вот так вот. Давайте начинать. Special weapon at this location. Hostiles unaware of our approach. Так, сюрприз. Каждый успешный выстрел по врагам во время штурма будет оглушать. Ну, такое. Первый воспользуется этим входом боец, получит плюс 3 к урону во время проникновения.
Все заслушайте, мы сначала через 25 защите на один ход. Отличный пример. Ну давайте. Зефир. А, на нее, наверное, это не действует, потому что. Давайте аристократ. Зефир. Четвертый клеймор. Don't bunch up. Да, прям хороший урон. Солдат. Чародей. Резонанс 77%. Что если так? Я бы резонанса на самом-то деле вырубил бы. Раб и служка. Давайте в резонанс. Служка, раб. Ну тут у нас выбор небольшой, да? Давайте в амбала ворвемся. Девяносто семь. Неплохо. Мне нравится эта меткость. 5. Ну, четверочку она должна дать. 67. Давайте сюда в агрессивного. Может быть, он попадет. Неплохо. Неплохо. И снова, кстати, попали в нашего псионика. Заберите жизненную симметрию. Это, конечно, название. 89%. По-моему, отличный шанс. Два, три. Это служка и этот ходит. Да, ну, неприятно, конечно, но я не вижу. Можно попробовать поднять кого-то, да? А кого поднять? Доджа. Ну, я бы лучше бы поднимал бы тогда нашего взрывотехника. Но сидит он не очень, кстати. Он не увидит, скорее всего. Ну и верш появились рай тоже не увидит. Давайте так. Ой, ну ладно, давай попади. Там 4 жизни. Отлично. Так, вот вижу. Бросаем это дело. Хорошо. Одну проблему забрали. Тут можем подойти через стреляй беги, но некуда. Давайте сюда. Но, скорее всего, поднимать кого-то из мертвых будет. Не зря его называется некромант. Да, так и есть. Тут и к гадалке не ходи. Так, двоим тут не получается. Да. Ну, давайте так.
Так, повизывание. I thank their inferior train. Так, ну давайте вот сюда вот безумие, возможно, пристрелят солдата. Того, чувак. Возможно, он его не видел. 75. Там светошумом не достаем. Отлично. Так, он там поковылял. Так, 70% на самом деле неплохой шанс. Я бы стрелял. Конечно, не добегаем мы никуда, даже с рывком. Так, ну тебя мы вырубим. Париживание, всего один живой враг остался. I can see everything. I won't get in your way. I'm out. Так, перезаряжайся только. Good to go. Хотел уже пролистать к следующему бойцу, как в обычном в XCOM-е, но нет. Движенность. Давайте парирование. Не вижу смысла. Процентов. Ну, смысла оглушать нет. Отличное, отличное попадание в исполнение Вирджа. Завершает миссию. Так, минус 2 недовольства, 20 разведданных и жизненная асимметрия. Давайте посмотрим, тут у нас повышение. Замечательно, теплый прием. Первый заряд в каждой бомбе дезориентирует противника. Всегда на чеку. Аристократ автоматически переходит в режим наблюдения, если передвижение было последним действием бойца в этот ход. Включает способности, разрешающие передвижение с целью задержания врага или
Стабилизация реального агента. Это прикольно, кстати. Я бы взял. Всегда на чеку. Так. Давайте у нас еще жизненная асимметрия, да? Это, по идее, Вюрджу пойдет. Пока что. Так, не понял. Если не Вюрджу, то кому? А, пулемет, наверное, только затяжки. Да, вот жизненная асимметрия. Впервые это оружие увидело свет в руках наемника из бригады Скрапут после войны. Хотя оно явно имеет внеземное прохождение. Только называется, нам было лень писать интересное описание к уникальному предмету. Мы просто так это напишем. Ну, типа, никто не знает, значит, нет никакого описания. Замечательно. Уровень проработки просто мастерский. Да, давайте, наверное, двойной выстрел она дает. Давайте ее сюда дадим. Ну и как она выглядит. Типа красненькая такая. Цвет брони. Давайте поменяем вот так. Окей, сборочный комплекс. Один ход. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Анархия. Или отследить похитителей сплавов. 60 разведданных. Так, бдительность, так понимаю, нам нужно сюда, чтобы не поднялась анархия. Дополнительные награды. 60 разведданных берем. Что у нас здесь? Улучшаем. Так, ну и судя по всему, анархия, сколько у нас здесь, скорее всего, будет, да, три зала будет, чтобы понизить эту анархию. Ну, тогда на этом пока что, наверное, и все, и в следующей серии попробуем предотвратить анархию в этом регионе. Спасибо, что смотрели, и еще увидимся.